Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television. С вами Сафир Тритройки. У нас продолжение прохождения игры Rise of the Tomb Raider, 16-я часть. Что ж, давайте продолжим наше путешествие. Так, давайте определимся, куда нам пойти. Что это было так давно? А, все, давайте, понятно. Тут прикупили в магазине, значит, что-то. Так, давайте. С новыми технологиями теперь полезем по стене. Так. Окей. Ну что ж, теперь тут надо быть аккуратно. Так, у нас тут первый рюкзачок с отметками, видимо, для карты. Слушайте, да мы возвращаемся в сибирскую глубинку. Надо где-то укрыться. Ух ты, ё-моё. Знаете, похоже, прям погода такая, как вот на перевале Дятлова. Шквалистый ветер. Нельзя было в тебе сомневаться, папа. Меня не было рядом, когда ты во мне так нуждался. Прости. Я им докажу, что ты с самого начала был прав. Что ты искал истину, а не верил в сказки. Отец, я все исправлю. Я обещаю. Лара, пора. Иона ждет. Зацените, да, на улице минус 40, а она так одета, ну, курточка наполовину расстегнута, ну так вот, как бы, как будто у нас тут демисезонная погода. Так. Можно вниз и можно пройти через верх. Ну, давайте попробуем через верх. Отлично, а что это было? Так, давайте посмотрим. В любом случае... А, слушайте, но в принципе пути ведут что этот, что тот в одну и ту же точку. Так. Опа. Так, мы ничего вроде бы не пропустили, ладно, давайте идем дальше. Так, это что? Ой-ой-ой, опять выходим в эту страшную погоду. Погони за Троицей у нас задание. Так, здесь вообще ничего нету у нас. Эх. Ой-ой-ой-ой. Иона где-то там, наверху. Невероятно. Святой источник. Он в центре старого города, погребен подо льдом.
Значит, пора. Я отдам приказ землекопам и подготовлю транспорт. В архиве наши бойцы столкнулись с бессмертными. Будет нелегко, брат. Путь праведников и не должен быть легким. Бойцы знают, что их ждет? Нет. Но они готовы сражаться и погибать ради нашей цели. Это все, что от них нужно. Константин, сейчас, когда мы так близки к цели... Мы еще только начали. Боюсь, Троица нас просто использует. Что, если тебе не позволят оставить источник? Надо приготовиться... Нет. Надо верить. Меня выбрала не Троица. Когда я завладею источником, о них можно будет забыть. Я поведу армию бессмертных божьих воинов. А ты... Ты будешь жить. Константин, заключенный очнулся и готов к допросу. Уже иду. Кончится все тем, что у него граната взорвется на брюхе. Клоуна. О, мы снова в лес попали. Это все, это смерть. Да пипец вообще, на такой погоде еще плавать. Действительно холодно схватилось. Странно, что вода не замерзшая. Волосы не забудем вытереть. Так, давайте смотреть. Слушайте, вообще ничего нету. Ну ладно. Ё-моё, как тебе повезло-то. Ну давай ты, блин. Ах, хорошо. Сделаем. Вообще должны. Смотрите в оба. Ожидаются гости? Крофт может попытаться освободить пленника. Нам приказано быть настороже. Почему бы его не убить? Возможно, он еще что-то знает. Константин скоро развяжет ему язык. Так. Блин, а вот клоун-то ходит как. Так, давайте. Что это? Похоже, у нас проблемы. Надеюсь, это были все люди. Вертолетик туда полетел. Так. Потрошки. О, дерево. Бочки. Зайчики бегают. Прикольно. Урал стоит.
подумал, тут ящик. Ничего нет. Так, куда нам идти-то? Идти нам туда. Слушайте, какой знакомый экскаватор. О! Так, на него залезть-то можно? Стоп. Не, он не может залезть. Ну ладно. Давайте подумаем, куда пройти. А, слушайте, там же можно просто пройти. Точно. Что случилось? Грузовик был перегружен. Мост рухнет. Да тут все разваливается, только докладывать. Будем докладывать? Я столкнулся. Все собираются готовиться переезжать. Хорошо. Мы хоть нашли, что искали? Трудно сказать. Константин только что приказал всем собираться. Лара, она как белочка по деревьям скачет и... Ох. Так, у нас там еще кто-то остался. Слушайте, а куда последний-то делся? А, нет, слушайте, это не то. Ципа, Ципа, ты где? Так, как бы нам его заманить? Вон он. Он сейчас сюда придет. Твою мать, заманил. Там, огонь! А, он меня нашел! Попал! Продолжать огонь! Ах ты гнида! Ой-ой-ой, зачем я спустился? Приплыли, блин. Что случилось? Много вас был перегружен. Мост не выдержал. Да тут все разваливается, только дотронься. Будем докладывать? Без толку. Все собираются готовиться переезжать. Хорошо. Мы хоть нашли, что искали? Трудно сказать. Константин только что приказал всем собираться. Одного нету. Стрела. Кто-то есть. По направлению стрелы сейчас пойдет. Ах ты гнида. Ну. Так. Внимание, она может прятаться на деревьях. Открытие! Чё нового нету? Вижу движ там! Огонь! Ах ты жмида, блин!
в этот раз полегче было. Так, теперь давайте мы тут все трофеи соберем быстренько. Запчасти из людей все вытащим. Так. Так, стрелы вроде бы все. Должно быть больше. Куда вы все делись-то? Так, а тут у нас лестница даже есть. Ой-ой-ой, перышки. Ну, по ходу дела, я их всех собрал. Глубокий снег. О, карта. Ой, Лара. Так, давайте смотреть. Да, здесь все собрано. Широкие верхолазные стрелы. Что это такое? А. Так. Так, давай тогда так залезем. Ой. А что там случилось? Мост обрушился. Похоже, придется вывозить оставшийся груз по воздуху. Надеюсь, они хоть что-нибудь там нашли. Мне уже доступ. Терпение. Если справимся, перед нами будет открыт весь мир. Там их много. Три. Уже достал. Так, что делаем? Ах ты, блин! Что вы знаете, где я нахожусь? Ой, их просто много! А, блин, замочили. Да, здесь таким путем нельзя идти. Ах вы гниды. Я всех по одному пощелкал. А что там случилось? Мост обрушился. Похоже, придется вывозить оставшийся груз по воздуху. Надеюсь, они хоть
хоть что-нибудь там нашли? Мне уже до Это стрела. Что тут творится? Что это было? Твою мать, а? Давай, мать твою! Так, а где здесь тропах-то его, что-то что значит? Просто исчез. Давай. Спрятался единственный тут, блин, умный. Так, подождите, это что-то взрывается, получается? Понятно. Так, это у нас испытание, выжженная земля. Нам надо уничтожать топливные баки. Так, ну помимо всего прочего, вообще надо посмотреть, что здесь есть у нас. Там стрелы. Такие локации пошли, очень скудно что-то дают. Вообще ничего нету. Блин, Лара, давай, иди. Так, еще стрелы. Старая советская табличка. Пройти можно. Наверное, да. Так, давайте посмотрим. О, стоп. Это печать для официальных писем Троицы. Мало кто их теперь использует. Ну, однако ж сундучок прям оставили на улице.
прикольно. Так, навыков 0. Давайте оружие посмотрим. Оружие. Что у нас с оружием? Так, я бы дальше винтовку бы. А винтовку нельзя уже, к сожалению. Так, дробовик у нас дурацкий. Просто нереально. Скорость заряжания можно повысить. Так. Давайте скорость заряжания. Так, давайте посмотрим по поводу одежды. Давайте глянем, что нам. В принципе, белая одежда подойдет. Так, это у нас старая, видимо, советская радиолокационная станция. Так, нам, видимо, сюда. А, нет. Поднырнуть надо. И что? Вроде да. Бригады подрывников уже грузят вертолет. Думал, что доживу до второго этапа. Тише ты. Большинство наемников понятия не имеют, что их ждет. Если у нас все получится, они узнают первый. Так. Охренеть. Слушай, тут какие-то баллоны. Да, не вариант был убивать его прямо на глазах. Так, ну ладно, что ж. Попытка номер два. Вроде да. Бригада подрывников уже грузит вертолет. Если у нас все получится, они узнают первыми, когда станут не нужны. Так. Как бы нам сделать? Можно, конечно, рискнуть задушить этого и потом того убить. Работало. Так, у нас здесь ящик. Пистолет разблокирован. Блин, а. Интересно. Но возвращаться не будем. Хотя, прям костер-то здесь рядом.
глянем, что за пистолет. Так, стоянка опасна. Враг близко. Ага, вот так вот. Дела пошли наперекосяк. За Крофт? Константин не ожидал ее там найти. Она обрушила на нас целую гробницу. Она для него как дерьмо на глазу. Кстати, эта Крофт все еще на свободе. Она еще нужна им же? Грибы. Я знал, что грибы всегда хорошо работают. Но мне кажется, это не все. Да, вон стоит еще один чувак. Второй день. Так, здесь тоже у нас можно уничтожить. О, блин! Пошел! Случайно чисто. То есть он, наверное, видел, как друзья погибают его. Решил затаиться. Блин. Так. Стебел тоже соберем. О. Подожди, подожди. Лук. А, все стрелы есть. Вторая машинка уничтожена. Надеюсь, этого никто не заметит. Так, у нас еще один туп остался. Так. И несколько путей. А, здесь просто площадка вертолетная. Слушайте, красота-то какая. Ой-ой-ой! Не удержалась она просто от красоты и решила просто, ну, я здесь и останусь. Честно, вид напомнил мне из игры Donkey Kong Country. Был такой уровень, где снежок начинал идти. Прям ностальгия какая-то. Да, тема. О, встал, блин. Так, теперь самое главное, ничего не пропустить. Так, вот там ящик есть. И еще один ящик. Давайте сюда сейчас все возьмем. Подвеска. Точнее, современный реликварий. Внутри маленькая человеческая кость. Это сувениры из пророка. Подожди, я не могу его крутить. Давайте его развернем. Святой Перегрин. Покровитель неизлечимо больных.
Так, карта. А, нет. Мы стоим на пороге нового мира. Святой источник найден. Крофт все еще жива, но нейтрализована. Анни с каждым часом все хуже. Ее голос, голос, который был со мной рядом всю жизнь, начал дрожать. Я спросил, помнит ли она ту ночь, первую ночь, когда Бог высек предназначение на моих руках. Ночь, когда Он выбрал меня. Она сказала, что помнит. А потом улыбнулась и добавила, что у нас еще будут такие ночи, когда кончатся наши мытарства. Я буду сильным ради нее. В старом городе мы найдем святой источник. Я спасу свою сестру. И вместе мы спасем этот мир от самого себя. Да, зазнался товарищ. Так, ну здесь особо так искать нечего, хотя вот тут можно залезть. Скорее всего, здесь что-то должно стоять, не просто же так. Нет, просто так, блин. А-а-а. Хитрецы-то какие. Так, ну что ж, давайте наверх полезем. Так, еще выше. Ой, Тулара. Дурочка ты наша, осторожно. Винтовочный патрон, но необычный. Подожди, там надпись какая-то. Прикольно, шейдеры сделаны, вот прям, прям патрон металлический. Опа. Знак Троицы, что ли? Так, как нужно на тебя посмотреть, чтобы Лара поняла... Так, вот. Старца выгравировано на латыни. Убивайте всех, Господь узнает своих. Ха-ха. Хорошая тактика. Я не умру в этой богом забытой долине. Моя вера сильна. Моя воля сильна. Даже если разум слабеет. В детстве, в нашем с Константином детстве, он был трудным ребенком. Постоянные вопросы, вечные сомнения. Он боялся будущего. Боялся никогда не найти своего предназначения. В ту ночь, когда я вырезала метки на его ладонях и прошептала ему в ухо те слова, я сотворила его заново. Спасла его. Он поверил, что он избранник Божий, как я и надеялась. А теперь спасать нужно меня. И если этого не сможет он, я сделаю это сама. Да, женщины коварны. Так. Давайте дальше продолжать наш путь. Ну что ж, полезли. О, антиолезинга нет. Мне это начинает надоедать. Подчинись Божьей воле! Если собрался читать проповедь. Фиона! Фиона!
Так, ну что ж, друзья, давайте-то на этом пока остановимся. Так, это у нас была 16-я серия игры Rise of the Tomb Raider. Всем спасибо, до новых встреч.